Приветик всем. Дмитрий. Здорово. Привет всем из Киева. Мы сейчас находимся в Киеве. Мы сейчас на квартире пока у Диминого друга. Хотели погулять по Киеву, но надеюсь, это получится. Просто покажу. В Киеве дождь. Звонила родителям, у них вообще дождя нету. Но нам от родителей до Киева где-то 300-350 километров. Ну, здесь вот пасмурно, дождь. Конечно, гулять, не знаю, наверное, не получится по такому Киеву. Надеемся, что перестанет. Хотя такой дождь как будто затяжной. Небо вообще затянутое. Абсолютно. Посмотрим, получится у нас погулять или нет. Вот такая сегодня погода в Киеве. В общем, не удастся нам, походу, погулять сегодня по Киеву. А так хотелось, так хотелось. Сейчас едем на встречу с подписчицей нашей, с Ирой. Нам надо еще найти, как туда проехать, на Крещатик. Мы еще не знаем. Это будем сейчас по указателям, нам чуть-чуть объяснили, как проехать. Посмотрим. Смотри, зато как окно помылось, да, классно? И машину сейчас сполоснет. Мы по Крещатику. Майдан Незалежності. В эту сторону. Мы уже развернулись, мы уже проехали, сейчас развернулись назад. Майдан. Так, мы сейчас зашли покушать. Нам сказали, нельзя снимать, но мы чуть-чуть заснимем. Здесь украинская кухня, очень классно, да. И мы встретились с Ирочкой, с нашей подписчицей. Камера, мотор идет. Мы все мокрые, так что не пугайтесь. Мы все мокрющие вообще. Заказали себе вкусняшки такие. Конечно, там еще можно побольше. Я спросила заснять, не разрешают, в общем, заснимать. Вот такие пампушечки здесь, салатик. И тут эти синенькие. Кстати, очень классно. Меня мама такие делает, консервирует. Грибочки с грибочками, блинчики. Грибочками и курицей. Это по-киевски. Очень все такое вкусное вообще. Все такое вкусненькое. Нас Ирочка сюда привела. Ирочка стесняется. Не стесняемся на камеру. Что, я сама стесняюсь. Приятного аппетита. Я стесняюсь снимать. Надо пошли снимать. Из украинского костюма ходят. Украинская символика, но китайские эти, да, получается? Просто, разная, там египетская, здесь какая-то, ну, типа, восточная, да, там, ну, тут разные дизайны, каких там, интерьера. Да. Здесь какая-то где-то будет украинская кухня, но мы сюда сидим, поэтому. Все, мы гуляем по Крещатику. Да, дождик, слава богу, закончился. Хоть прогуляемся, я уже, у меня надежды уже не было, что мы не, это, уже не будем гулять. Нет, прям наверное. Да? Мы когда смотрим, у нас русский сразу видно, да? Мгновенно, да. Сразу, да, мы как-то определяем. У меня мама сначала, когда приезжала, говорит, ну как ты понимаешь? Их видно. Да, я говорю, мам, ну так видно, по одежке, вот вообще. Но вот я сейчас рассказываю, у меня аж мурашки идут, реально, оно очень страшно. Вот эта институтская там, где стреляли. Вот там. Вот это там. Мы сейчас немножко туда поднимемся, если хотите. Ну, так, для общего разговора. Да, конечно, жуть, конечно. Это очень страшно. Да. Да.
фотографируешься, платишь. Да, это вымогатели денег здесь стоят. Ну, я не хочу с голубями. С обезьянкой будешь бывать. Не надо, спасибо. Это улица как? Институт. Институтская. Ага. Где вот это была стрельба? Не, а вот и холодно было. Нагадь на море. Так, прогуливаемся, коротко показываем места событий. Сейчас она уже называется улица Героев Небесной Сотни, переименовали ее. Вот. Здесь много людей убивало. Вот этих с Украины стреляли по ним. Ну, везде тут, конечно, ужасно все. Это было ужасно, это было страшно. Это вот доски, где имена погибших. Ага, оттуда, да? Да, с крыши с танкера стреляли. Это кукольный театр. Музей воды. Ну, класс, так красиво. Такой как замок, да, сделан? Ой, класс. Музыка играет. Ух ты, да, Буратино. И вон еще Мальвина с этим сам, сейчас я вам покажу. Артемон. Или как, да, Артемон? Или как его? Пьеро. Артемон — это ж собака. Это ж собака, да. Слеза такая, ей что, труд, наверное, постоянно? Знаешь, всегда где трогают, там потертости такие, такое все блестящее. Вон собачку гладят. Судя по всему, да. Ой, Мальвина. Что-то привязали их. Чтобы не убежали далеко, чтобы не украли, наверное. Да, видишь, трогают, вот видно, где трогают. Какая собачка. И я потрогаю. Буратино. А, да, вот фонтанчик. Это музей воды. Музей воды. Воды музей. Ух ты, это что? А, это. Да. С музыкой. Ой, как музыка играет, а классно. Памятник такой. Обнимается дедушка с бабушкой. Классно, так трогательно. А вот это Артем Мост у меня, он просто его хронически боится, и он всегда, когда идет, он хватает меня за руки. Это что? И бежит по нему быстро-быстро. И вот это полили, вот это он ногу, его полностью полили. Он стрёмный, да. Ну как стрёмный, он... Мост любви. А я когда-то здесь была, мы когда-то с школы приезжали сюда на экскурсию в Киев. И здесь тоже проходили. Это что за район? Вау. Красота. Район — это, наверное, не Аполлон. А тут целуй меня на мосту любви быстро. Вот больше было этих пофигов. Ну да. О, ну зеленый, смотри, какой, да, Киев вообще. Зелень такая. Ну, как она называется? Ну, я не знаю, вот вышка, видишь, это троещина. Две башни.
И там это ТЭЦ Троещинская, то есть оттуда подается электроэнергия на всю Троещину. И там где-то наш дом, где-то вот здесь. А вот это недостроенные дома, это кинули людей. А, как обычно. Ну да. Кошмар. Вот это вот, то есть они уже и выгнали 5 домов, но в одном остекление есть, а во всех остальных нет. Короче, люди подкидывали. Такие вроде шикарные дома строили, да? Да, по 26 этажей, 25, по-моему, кинули просто очередная элита-центр. Это элита-центр у нас была такая модная, которая всех киданула. Mm-hmm. Мне сестра чуть туда деньги не вложила, квартиру. Но они, наверное, пару домов выгнали до конца, чтобы... Элита-центр? Нет, они выгнали один дом, второй начали и с миллиардами там улетели. А вот это что за район? Наверняка будет. Какой? Я не знаю, Дим, что они здесь будут делать. Ну, судя по всему, что-то будут делать. Ну, я будет честно говорю, конечно, что-то сделать, но я не знаю, что. Ну, это предназначалось для товарища Януковича. А что вот это за район? Кстати, это, наверное, Березники. Днепр, он, да, это, судя по всему, это Березники. Ага. Березники, там тоже яхточки, наверное, там какие-то, да, вон стоят? Что? Яхты какие-то или что-то. А, ну, это, типа, ну, это же кораблики, которые кораблики по Днепру, наверное, ездят. А, да. Не, вид, конечно, красивый. Угу. Вид красивый, но мы потом с вами вернемся, пойдем еще в парк. Да. Главнейший церемония. А, так это парламент, да? Ну, я не знаю, какой не парламент, а не Рада. А, Верховная Рада. Да, вот да, парламент. Верховная Рада. А, вот это Верховная Рада. Да, они там немножко дальше. Это одно здание, а вот, Тут забора не было раньше, вот уже сделали забор. Да, не было. Я помню, мы приезжали сюда. Либо... Я вот здесь не был. Не был, да? Вот тоже Мариинский дворец, да? Да. Вот это Мариинский парк. Да. А да, вот не... гостиница Киев, где я на велосипеде летела, как... Ой, позбивала руки, ноги, потому и что впереди стояла. Не сбила. Ну, типа такого. Получилось так, что мы с Игорем ехали, а я засмотрелась, куча иностранцев в центр. И я, значит, еду, и у меня колесо попадает на бровку дерева. Ну, вот бровочка маленькая была. Я, короче, еду и вот так вот смотрю на это самое, у меня колесо попадает, и я, короче, перелетаю через велосипед через меня, и я впереди смотрю, машина дорогущая стоит. И думаю, если я сейчас головой в эту машину, то мне головы, в принципе, больше не надо, потому что будет мне капец. Я летела и понимала, что мне надо вытянуть руки. И когда я вытянула руки, я остановилась на бампере машины. Конечно, я подбивала все, что можно. Но было. Машина я была целая. Машина была целая, да, слава Богу. На этот момент для тебя было главное, что была машина целая. Это самое было главное, потому что я понимала, если не дай Бог, что-то я помну там, то будет мне капец. Вот, поэтому я так тормознула на бампере и... Слава Богу, только сбила руки и ноги, а в остальном все хорошо было. Когда я приехала домой, ребенок говорит, мама, где ты была? Я говорю, на спеде каталась. А у меня, как у первоклассницы, коленки такие, ну, вот здесь, вот, ну, локти, руки вот здесь, вот ладошки. Ну, все было хорошо. Но зато машина осталась целой. Я почему была очень рада, потому что, зная цену, наверное, той машины, то, наверное, было... Лучше бы у меня там голова, наверное, осталась в той машине, потому что это было бы грустно. Ну, смотрите, какое солнышко, да, сейчас прям вообще? Так уже жарко, знаешь? Вышло, да, сейчас будет жара. Позавчера? А это театр или что? Нет, это театр Верховной Рады. А это Верховная Рада? Ну, тут не Верховная Рада, это Мариинский дает дворец. Дает спектакль. Да. Там, где были... Да, ну, закрыли, так красиво и закрыли. Ну, не реконструировать должны были, не знаю, возможно, на реконструкцию. А, может быть. Тут все должно быть открыто, как бы... Тут тоже раньше были эти не баррикады, а палатки тут стояли. А мэрия тут же? Фотография, как алкоголик. Ты везде со стаканчика поехаешь. Рада дружбы народа. Арка. Арка дружбы народа. Ребята, давайте жить дружно. Вот это вот можно сходить, ну вот здесь вот если по лестнице, вот мы выйдем на этот Мариинский парк, где мы сами были вот сюда. Даже тут Киева обойти, раз и прошел. Да, слушай, ну. Я почему-то думал, что это все так растянуто. О, вот народы, да. Угу. Как-то
они какие-то. Всякие концерты вот это тут устраивают. Вон там он через Днепр пролетает, видишь? Я хотела там пролететь. Экстремал. Да. А, вот слышишь? Это что? Да. Ну так это надо будет лететь на ту сторону, на потом добираться. На остров. Потом добираться на оттуда. Духан. Блин, там ничего, там через пешеходный мост перейти и, в принципе, вернуться сюда. Ну, это далеко, говоришь. Не-не-не. Я так не хотела. Не сегодня. Сейчас посмотрим, как люди летают. А мы туда им встанем, у нас будет лететь. А, да, как они будут лететь? Ой, какая красота! Вот этот мост, который недостроенный, но проезженный, мы хотели сделать. Вот он, видишь, а, вот тут? В процессе, ага. Да, то есть это еще при Януковиче. Да, у нас пытались построить, но... Вот кораблик я на Поднепру, можно покататься. Это наша почтовая площадь. Это ты сейчас снимаешь, что почтовая площадь, реконструируют, ее делают. Что она такая была, непроходная зона. Не видно, да, человек? А там он будет, по-моему, видно. Вот это вот пешеходный мост. Ты сейчас смотришь на него. Это пешеходный мост. Он вечером светится разными цветами. Всевозможные. Ага, это по цвету красиво. Классно. Да, и по нем это потом, да? Будем перейти. Да, вот эти самые вот эти пешеходные. Класс. Что такая избушка классная, да? Исторический. Вот на чемпионате среди бира среди вареников, ага, они бы заняли нет, второе место. Они, это и есть вареники. Они взяли... Картины, которые люди сами там, да, да, художники, да, выставляются. Угу. Это шоколадница. Ага. Украинская, там, львовская, типа. А, да, да, да. Это самое, недавно буквально открыли. Ага. Крымнущий шоколад. Да. А, там прям шоколад, да? Да, там разный шоколад. Одно слово, я удивлю двоих, особенно камера. Если остановитесь, это будет удивительная запись. Да. Что ты меня так это? Я бы поснимала. Так, мы идем, это поднимаемся на Андрейский спуск. Андрейский подъем. Спуск, но мы идем на подъем. Ну, с Крещатиком можно подняться наверх и спуститься по Андрейскому спуску там вниз. Но мы с вами нашли что-то. Ну, как бы, да, да. Подвёз, ну ничего, знаешь, после обеда можно и подняться. Нормально, да? Не, я просто нормально, как бы я могу ходить много. Это мы тоже. Я тоже, мне нравится тоже. Да. Украиночка. Какая, да? Прикольная такая эта картина. И не жарко, да, вот получается? Да, да. Дождя нет. Погода вообще супер, да. Вот такое тоже красивое здание, смотри. С балконом таким. Старое такое видно. А вот, смотри, какой дом, да, тоже старый. Это дом Булгакова, по-моему. Вот это? Да, да, да. Ага. Вот тоже магнитики какие-то, чашечки. Сувенирчики можно посмотреть. О, вот классно тоже. Да, ну крутой спуск. Да, да. Вот здание тоже выставляется, да. А почему Андреевский спуск? Потому что Андреевская церковь? Да. Поэтому, что от церкови идет спуск, да? Поэтому Андреевский спуск. Он серый, там есть. А почему Андреевская церковь? Какой-то Андрей построил?
Не знаю, честно говоря, предысторию, честно говоря, вообще не знаю. Знаешь, у нас Андреевская церковь. И Андреевский спуск. Да, полиция наша едет. Да. А, почему-то он. И там мигает, и там мигает. Да, это же переконструировано, потому что тут все такое старинное вообще. Очень старинное. Псишоп, это в смысле? Шоп для психов? Не знаю. Не знаю. Я тоже не поняла пси. А вон какие-то такие тоже штучки. Полиция. Полиция. Замок Ричарда, он, по-моему, на реконструкции. Ой, вот классные штуки такие, деревянные. Тут они, я так понимаю, они уже сворачиваются, потому что они с утра тут сидят. Вот такие как тарелки. Тарелки всякие. Ой, такие красивые вообще. Это на стену, да? Да, да, да. Слушай, какая красота. Ой, класс. Давай тарелочку себе такую возьмем. Классно. Михайловский собор, Киев. Ну, давай. Тарелочку или яичко. Ой, яичко классное тоже. Может, яичко? Давай яичко. Ну, поставить так на этот. Ну, тут он и есть Михайловский, да? Очень красиво. Что-что? Михайловский собор. Да? Это Андреевский. Как-то нормально? О, Андреевский собор. А это что? Михайловский, наверное. Веночек такой, слушай, красивый, да? Ну, тут и на голову одевается просто цветочку, ну, как... Да. Как... У нас Маша по ободкам. О, вот с ленточками, смотри. Не, они а Маша не будет с ленточками. Хотя может, и, ну, как-то. Вот это вот заколки, смотрю, такие. Камушки какие-то. Что за колки? Бусики. Ободки, вот эти два ободка берите. Да. Чтобы не гадать мне. Да, ботки, да, украинские. Да. На это, на, знаешь, на ком, на, как она называется, на родине мать вот такой висел. Висит, наверное, до сих пор, если ветром не сдуло, то он висит. Да? Да. Ну, вот. Правда, ну, вот, такой висит красный. Яшка, в какую цену? А если мы два возьмем по 80 будет? Правда? Вот вижу, что будут. Уверена даже, что будет. Нет, вы так не говорите тоже. Красиво. Нормально вы просто... Красиво, реально красивые. Сейчас, спасибо вам. Вот реально красивые. Это вы сами делаете его? Ну, где-то, да. Ну, вот эти вот обручи мы не сами делаем. Не, ну обруч я понимаю, а я имею в виду вот эти все цветочки, декор это вы делаете, да? Симпатичное из дерева. Ну тоже какой-то же старинный, да? Да, да, видишь? Канаха. А, это ресторан здесь сделали, да? Жилой будинок. Кто-то здесь жил, судя по всему. Да, да. Ого, церковь. Когда у вас пойдет, можно смотреть. Спуск такой. Антик прочитала, а потом дальше читаю по-немецки. Бапиат. Думаю, что за бапиат? Что я начала по-немецки, я не понимаю. Антик бапиат. Думаю, что по бапиат? Ой, рушники. Красивые. Наши ваночки. Вышиванки. С
сколько? Ничего не понимаю, что там. 6R. 280. 60, наверное. Какая красивая Андреевская церковь. Куколка. Я их там уже качала, пришла Тоня. Тоня Кока-Кола Шидова, что Тоня уже убивала. Сказал включить, два я вышла. Я выхожу, перестав дождь. Ух ты, какие красивые, смотри, для обуви, да? Тебе только надо будет еще кресло-качалку и вязать, что-то. Я хочу еще одного сына отвезти на эту... Ну да, на смотровую площадку. Да, на... И зажной. Да, в общем, вот такая катавасия. Вот, вход на церковь. А, кстати, здесь снималась за двумя зайцами. А вон памятник Голохвастовой Тоньке. Классно. Памятничек. А, наверное, нельзя. Матрешки. Должен быть магнитики. Нет? Слушай, какая классная рубашка тоже. А ты смотри, вот эти, что ты хотел себе. Что я хотел? Ну, а, вот ну не, я смотрю, что нет. Ну, классные всякие. Наверное, какое-то мистическое место? Да. А ты что? Ой, а внизу церковь, да, вон смотрю, и какая-то вот есть. Вот это вот кладбище им было. Вот это там, где люди вон ходят. Вот это да, там было, да. Вот там, где деревья, там было раньше кладбище. Угу. Старинное какое-то. О, Боже. А вы зачем? Он их вообще не могли снять. Интересно очень, да? Это все для такой детской, как будто бы, да? Подушки такие, ну. Не надо жопу. Ой, это это? Да, ну вот, типа подушка и плед. Ну вот, видишь, оно мокрое. Вообще, это мокрое или это сделано? Вода, а, я думала, это такая сделана. Нет, это дождь был, и дождь, видишь, начал вообще, дома. Вообще, да. Это все вот не настоящее. Пластик. Прикольно. Но вот там еще много этих камер. Давай пройдем туда, да. Классно. Да, ой, а вон какие зебры. Дальше котики такие. Идемте вот тут, пройдем, там будет красиво. Пошли. Фонтанчик. Кубик Рубик. Лавочки тоже, да, прикольно сделали. Ага, типа рыба или птица это, да? Да, птица. Ой, такие камушками, смотри, как сделано. Красиво. Лавочка от солнца, можно сесть. Да. Садитесь, я вас сфоткаю. Давай. В лавочке. Можно вон залезть в это все. Да-да, в котах я вот это тоже видела. Многие фотографируются. Залезьте в кота, я вас в коте сфотографирую.
котики. Залезем кота? Давай. Сейчас дети сфоткаются, я вас потом пофоткаю. Такой длинный кот. Тут такого раньше не было вообще. Ну так классно. Тут такое все убогое было. Ну прям. А сейчас так красиво. Людям искусство дали. Да. А почему бы нет, да? Вот такое красивое. Такие интересные такие штуки. Лавочки такие. Опа, еще один экспонат. Подушки, видишь, вон ребеночек на подушках сидит, типа так. Как будто во сне, да, это такое. Я себе представляю, как будто это ребенок, ему что-то снится, и это такой сон, что он на подушке. Там еще вон одна подушка, там дальше они сидят на подушке. О боже, это сразу. Да. Это площадь. Княгиня Ольга там стоит, памятник княгине Ольге. Вот у меня работает брат, вот в этом магазине, вот в Украине, черный. Это какой-то суд или что-то там такое у нас какое-то здание. Михайловский собор. Полицию нашу новую, там вот посвящали в полицию. Вот. Завела нам экскурсию, такое впечатление, знаешь? Такой познавательный, интересный прогулочка. Полезная. Знаешь, если бы я больше не знала, я бы больше рассказала. Ну так. Ничего, хорошо рассказала. Ладно, выезжаем мы уже, сейчас будем выезжать. То есть, ну едем уже, сказать так, из Киева. Последние штрихи Киева. Какая-то такая-то, да? Тоже высотка. И вон еще такое здание. Интересно. Так, сейчас в Киеве пробочки. Да? Ух, там светофор. Час пик. Вечер, час пик. Погуляли мы по Киеву, очень понравилось нам. Мы сейчас Ирочку отвезем, тоже домой подвезем нам по пути. Спасибо большое вообще. Провела нам экскурсию по Киеву, погуляли, показала. У меня уже ножки чуть-чуть устали на платформе. Сейчас будем уже выезжать. Надо вот, надо еще как-нибудь приехать, да? Конечно. Не, однозначно как-нибудь это будем в Киев заезжать. Ну вы же раз в год все равно приезжаете, правильно? Да.